Друзья, приветствую вас на канале Boston Technic. Хочу представить вашему вниманию ГАЗ-3309 2004 года выпуска. Автомобиль дизельный, полностью в рабочем состоянии. Передняя резина в хорошем состоянии, проходит еще не один сезон. Задняя резина практически новая. Рессоры все целые, никаких трещин, не лопин, листы все на месте. Рама абсолютно целая. Не гнилой автомобиль, полностью в рабочем состоянии. Работал по городу, нигде на большие расстояния не ездил. Давайте посмотрим с вами салон. Вот обратите внимание, давлением на холодную двойку, ну, на горячую давит четверку. Вообще без проблем. Двигатель вообще работает без каких-либо нареканий. Абсолютно ровно. Слышите, да, дизель как себя ведет?